Богом, хранителем этого мира. Каждый из нас обладает силой стихии. Я, царица, повелительница льда, решила все силы собрать воедино. С одним из богов я договорилась об обмене. Но моей помощнице удалось получить его силу, письмо, адресованное Ганьюй, я не могу. Рассказать, что случилось, тоже. Нужно найти какого-нибудь простофиля, который вернется к хозяйке письма и вернет нашу прелесть. А если опростоволосится, на него бы не свалить. Вот и отличный кандидат. Чайл, не хотите совершить подвиг во имя богини? Кто? Я? Во имя вас? Немного ли вы на себя берете, сеньора? Что? Я говорю о нашей с вами богине. По недоразумению, мы с Ганьей перепутали шкатулки. Ее дамские безделушки попали ко мне, а дар царицы оказался у нее. Если вы вернете мою шкатулку, то станете героем. Врете, небось. Когда я вас обманывала? Всегда. Если не верите мне, то можете спросить у царицы, когда принесете мою шкатулку. Тогда я принесу ее лично. Конечно, конечно. Вы принесете, а я передам. В добрый путь, мой герой. Сяо, не кажется ли нам странным, что шкатулка, попавшая ко мне от сеньора, оказалась божественная сила нашего господина? Не считаете ли вы, что силу ему нужно вернуть? Он же там совсем один, без сил, сидит. Окажите любезность отнести это ему. А я пойду к сеньоре и выясню, как к ней попала сила нашего господина. Горе! Беда! Горе! Злая ведьма отняла у меня самое драгоценное! Бахло! Да кому она нужна? В самом деле, неужели арфу? И ты наконец-то перестанешь услаждать наш слух. Хуже! Обманом! Она похитила мою божественную силу! И только ты, благородный рыцарь Кея, можешь помочь мне ее вернуть! Кто, если не я? А что за ведьма? Такая! И такая! Их две! А я один. Мне не справиться в одиночку. Безусловно, здесь нужна помощь опытного мужчины. Ты доверился не тому человеку? Короче, чужок тебе еще ждать. Чего это? Я еще более рыцарь, чем он. И более опытный, как мужчина. Поэтому только я достоин этой миссии, полной опасностей и превратностей, которые я с честью преодолею. Далась вам эта честь! Верните мою божественную силу! Хоть вместе, хоть поодиночке! Я с ним? Никогда! Это мы еще посмотрим! Я
принес вашу вещь. Вот он. Ах ты, Господи, то есть, ах ты, я. Откуда у тебя моя божественная сила? Гоню велела вам передать, потому что кто-то у вас забрал, а она забрала у того, кто забрал у вас, а я принес вам, чтобы вы забрали обратно себе. Сяо, ты впервые за год сказал столько слов подряд. Никто у меня силу не забирал. Я отдал ее добровольно. Так что будь добр, отнеси ее обратно. Быть богом я больше не хочу. Раз ваша сила у меня, можно тогда я буду богом? Просто отнеси ее тому, от кого она попала к Ганью. И не изобретай сектантство. В вас пропал дух авантюризма. Уважаемая сеньора, не соблаговолите ли вы объяснить, как к вам попала шкатулка, содержащая чрезвычайно ценные артефакты? Если ценным артефактом вы называете любовное письмо 200-летней давности, адресованное вам и написанное вашей же рукой, то оно ко мне попало по вашей оплошности. Но будьте спокойны за тайну вашей переписки с самой собой. Я отправила достойного джентльмена обменять наши шкатулки. Надеюсь, не кто-то из них? Мадам, мадамки, мадамессы, окружены, сдавайтесь. А я и не сопротивляюсь. Мадам, требую вернуть предмет, поднятый обманным путем зеленого инкогнито, пожелавшего остаться неизвестным. О каком предмете идет речь? Не понимаю. О божественной силе! Ага, именно они и были в ее шкатулке, две божественные силы. Две? Одну отдали добровольно. Не верьте ей. Мадам, вы поступили бесчестно. Только наполовину. И должны вернуть божественные силы их владельцам. Действуй, Кэр! А чего это я? Я рыцарь, а рыцари не сражаются с дамами. Вот именно. Я рыцарее, чем ты, и тем более не могу сражаться с дамами. Да с какой это стати ты рыцарее? Докажи. Сам докажи. Защищайся. Сам защищайся. Нет, ты. Не ори на меня. Я веру на тебя. Нет, ты орешь на меня. Ты сам орешь на меня. Мы заняты! Люблю, когда мужчины из меня дерутся. Тан-тан-тан! Ну что, дорыцарствовался? Это ты виноват! Нет, ты! Нет, ты! Не спорьте! Вы оба виноваты! И вы! Под ноги смотреть надо! Надо все убрать, пока нас не поймали на месте преступления! Вот сюда, в эту коробочку. Будто ничего и не было. Между прочим, я все вижу. И что? И доложу, кому следует. Полагаю, она уже. А что это у вас такие честные лица, будто вы что-то скрываете? И почему вы двое выглядите, как после бурной ночи, а она жива-здорова? Потому что ночь была не со мной. Не заговаривайте мне зубы вашей интимной жизни. Где моя сила? Сила? Я чувствую освобождение силы. В твоем возрасте опасно вести здоровый образ жизни. Где моя божественная сила? У него. У меня ее нет. Клянусь царицей. А там что? Ничего. А если найду? Ничего. Там и вправду ничего. Одни осколки. Они разбили сосуды с божественными силами. И силы перемешались. Разве ты не чувствуешь, Винтик? Сила! Силушка моя! Где ты теперь? С кем ты? Со мной. Как и моя, с тобой. Как я отделю свою силу от твоей дурацкой пижонли? Это и не нужно. Царица хотела объединить все стихии. Ты сопротивлялся, но это все равно произошло. Стихии освободились, и теперь им нужен общий сосуд.
едины для всех. Теперь их место здесь. А ты все равно дурацкий. Наших сил недостаточно. Но у всех есть понемногу от каждой стихии. Могу я просить вас поделиться своими силами? Стихии объединились. Все так, как и должно быть.